Доброе утро. Вы знаете, меня часто спрашивают, как определить, алкоголик я уже или нет. Определить можно. Для этого есть очень простой и удобный тест. Человек имеет проблемы во взаимоотношениях с алкоголем, или, попросту говоря, он алкоголик, в том случае, если он, первое, за последние полгода, 6 месяцев, как минимум 2 или более раз испытывал социальные или биологические проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Что такое социальные проблемы? То есть в результате приема алкоголя у него произошли нарушения отношений с людьми. Опоздал на работу, подрался, сказал не то, что хотел сказать, потратил больше денег. И биологические проблемы – это когда в результате приема алкоголя на следующее утро проснулся и умер. Ну или лучше бы умер. Второе – это когда в течение последнего полугода близкие люди 2 или более раза намекали вам на то, что у вас есть сложности во взаимоотношениях с алкоголем. И третье – это когда за последние полгода вы сами 2 или более раза давали себе обещание изменить отношения с алкоголем, надо меньше пить, и нарушали данные себе обязательства. Поэтому мой вам совет – не врите себе, размышляя над этим тестом, потому что алкоголизм легко излечим. А вот хроническое вранье самому себе лечится плохо.